Приветствую всех любителей кино. Сегодня мы для разнообразия поговорим о мультфильме, который мастерски пародирует огромное количество самых разных шоу в духе «Голоса» и «Минуты славы», пользующихся пугающей популярностью по всему миру. В большинстве стран «Зверопой» стартовал почти 2 месяца назад и стал одним из главных хитов нового года. У нас премьеру отодвинули, чтобы дать дорогу очередным «Богатырям», «Елкам», «Викингу» и другим отечественным картинам. Каждый в этом городе получит шанс стать звездой на моей сцене! За 2 месяца анимационная комедия с маленьким бюджетом собрала по миру почти 500 миллионов долларов. Успех в данном случае совершенно предсказуем и заслужен. Похоже, зрители просто соскучились по старым добрым мюзиклам, причем как взрослые, так и юные. Каждый мечтает стать звездой, даже если он обезьяна. При просмотре мультфильма среди главных героев вы с вероятностью в 99% найдете персонажа, которому будете сопереживать больше, чем остальным героям. Ты где был? На репетиции. Пап, я не хочу быть гангстером, я хочу стать певцом. Дал же Бог такого сына. Я хорошо пою, только мне страшно. Имейте в виду, что в оригинале мультфильм называется просто «Пение» и никак не связан со Зверополисом. Название «Зверопой» — очередная уловка наших прокатчиков, и это единственное темное пятно на грядущей премьере. Почему вы не репетируете? Все кончено. Они сказали, что я твердолобый эго-маньяк. А я даже не знаю, что это значит. Если хотите просто расслабиться, посмеяться и поднять себе настроение, «Голос в мире животных» — то, что вам нужно. Упс, простите.